привет! Вот уже 4-й месяц, как я не курю. И это не без сигарет 4-й месяц, а именно я не курю, потому что произошли такие события, которые, ну, просто поменяли все мироощущение. Дело в том, что теперь на 4-й месяц полностью ушла тяга к никотину. Курить не то чтобы неохота, просто даже отвращение от самого восприятия, что ли, как бы это сказать. Если раньше я думал, что можно сорваться, там, начать курить опять, вот, то теперь я точно знаю, что оно мне просто не нужно. Точно знаю, что курить я, ну, не хочу вообще. Вот, свободно могу находиться в обществе курящих людей, и при этом я не хочу так же, как и они, пыхтеть, вдыхать этот дым, браться за сигарету и все такое же в этом же русле. В общем, что хотелось бы сказать. На 4-й месяц немного скаканул вес. Вот, ну, я думаю, что к 5-му месяцу мы его стабилизируем и на море поедем отдыхать тихо, спокойно и хорошо. Вот. С весом проблему решить будет проще, чем со всем остальным. Вот. Бросайте курить, это здорово, это весело. И самое главное, что у вас появится куча свободного времени, которое вы не будете знать, куда деть, зачем, что с ним делать. Вот. Будет больше времени для того, чтобы проводить там с друзьями, с родственниками, с детьми, с близкими. Курить нужно было бросать давным-давно. И то, что я бросил сейчас, это тоже как бы хорошо, потому что я бросил курить, чего я вам советую, и об этом пока еще не жалею вообще. Так что думайте сами, решайте сами. Самое главное то, что уже 4-й месяц. 4-й месяц — это такой переломный момент, как все утверждали, и это действительно так. Многое меняется. Я даже не могу объяснить, как это поменялось, но люди, которые вот раньше бесили, там, курили, тебя бесил этот запах от чужих сигарет, которые идут впереди тебя, там, курят, или метров в 15 от тебя, и ты это все слышишь, вот, то сейчас абсолютно по барабану. Просто все равно. Как будто бы, я не знаю, люди, распивающие алкоголь, наливают тебе, а ты просто не хочешь, потому что ты не пьешь. Вот. Интересное такое чувство. Много свободного времени вливается в то, что очень много разных идей для творчества, которые вы все уже видели. Вот. Но курить, бросать, это, я бы даже сказал, нужно попробовать каждому. Но лучше не начинать. Потому что курение — это та же наркомания, тот же самый особый вид наркомании, скажем так. Только некоторые берут, колятся там шприцами разными, чистыми, нечистыми. А ты куришь хорошие или плохие сигареты, они все равно остаются сигаретами. Вот. И хорошего в этом мало. Компании, производители сигарет наживаются на нас. Ну, а мы пытаемся таким образом протестовать. Бросайте курить для себя. В первую очередь. Для своих близких и родных. Никогда никого не слушайте. Кто вам будет говорить, что вот, надо там постепенно. Не надо ждать понедельника. Если решили бросить, то бросайте прямо сейчас. Просто бросили и забыли за это дело.
кому-то могут помочь таблетки, кому-то жвачка, кому-то пластинки от никотина, кому-то пластыри, кому-то спреи, вот, кому-то вообще ничего не нужно. Даже если вы будете переходить от классических сигарет там, к чему-то другому, то это уже будет первый шаг на пути к тому, что вы бросите. Потому что рано или поздно вы все равно захотите взять и бросить сигареты. Бросить табак, бросить никотин. Потому что в один из прекрасных дней, солнечных, может быть даже не солнечных, вам станет ясно, что вам это незачем, вам это не нужно. И вот когда придет ясное осознание того, что вам это не нужно, вот именно в этот момент вы и бросите. Потому что самый большой мотиватор на пути к бросанию курить – это собственное сознание. Вот. И даже сила воли не справится с тем, что вы будете думать о том, стоит вам курить или не стоит, надо это вам или нет, стоит ли убивать, ну, скажем так, полчаса времени свободного в сутках для того, чтобы покурить, а то и час на сигареты отдавать, если эти полчаса можно провести для себя, сделать что-нибудь хорошее, полезное, нужное. Вот. Сходить на пикник, погулять с ребенком, научить ребенка кататься на велосипеде, научить ребенка радоваться жизни и в очередной раз посмотреть о том, что родители не курят, и ребенок из-за этого, возможно, сделает правильные выводы и никогда не начнет. Бросайте курить, катайтесь на велосипедах. Если вы не имеете собственного велосипеда, берите, как я, на прокат велосипед. И вперед, а прокат велосипеда в сутки будет стоить вам 100 рублей. 180 рублей там максимум.